Друзья, всем большой привет! Я нахожусь сейчас на отдыхе на море со своей семьей в Украине, на Черном море. И когда мы путешествуем у нас в стране, мы обычно готовим еду сами. Не покупаем покупного ничего и не питаемся в кафешках, потому что с недоверием отношусь я к еде, которую готовлю не сама. И поэтому мы все готовим своими силами. С собой я беру мультиварку обычно. И, конечно же, мы готовим всевозможные блюда на гриле. Сегодня на обед я решила сделать тушеную картошку в мультиварке. Ведь для еды на отдыхе главное не только то, чтобы все были сыты, чтобы было вкусно, а еще очень важно, чтобы было все быстро. Не очень хочется проводить много времени заготовкой, так что я выбираю те блюда, которые по времени занимают совсем немного времени. Вот тушеная картошечка с курочкой – это одно из них. Так что предлагаю приступать. Мультиварку в первую очередь я включаю на режим жарко. Вот, включаем сейчас. Пускай немножко нагревается. Наливаю в чашу немножко растительного масла. И куриную грудку порезала на такие средние, ближе даже к маленьким кусочки. Курочку положила уже в мультиварку, начала уже она немножечко шкварчать, добавила соль, немножко молотый черный перец и специи. У меня есть вот здесь специи к курице и вот такая же универсальная приправа. Вы можете положить те, которые вам больше нравятся. Немножко перемешаем и оставляем тушиться. А пока курочка тушится, быстренько займемся овощами. Лучок порезала меленько, у меня было две средних луковицы, и отправила его к курочке. Вы можете брать лука чуть поменьше, можете одну луковицу взять. Мы любим, когда лука достаточно. Перемешала и оставила тушиться дальше. Болгарский перчик нарезала меленько и сейчас отправляю его к курице и к луку, чтобы он немножечко тоже протушился вместе с ними. Все перемешаем. Конечно, было бы сюда неплохо еще добавить морковку, натереть ее на крупной терке или порезать кубиками, как и болгарский перец. Но, к сожалению, у меня сейчас морковки не оказалось. Но вы, если будете тушить картошку, обязательно положите. Оставляем все тушиться, а тем временем можно почистить картошку. С помидор я сняла кожуру. Кстати, очень легко она снялась, я помидоры не ошпаривала, когда помидорка свежая, спелая, кожура очень хорошо отходит. Сейчас помидоры нарежу меленько и отправлю в чашу мультиварки ко всем овощам, чтобы немножко все вместе просушилось, а уже потом будем добавлять картофель. Помидорку добавила, перемешиваю. Пускай еще протушится пару минут, а тем временем нарежу картошечку. Жарка как раз у меня закончилась. Время жарки по режиму этой мультиварки было 15 минут. И через 15 минут от начала готовки будем добавлять картошку. Картофель режу не очень мелко. И не очень крупно, средними кусочками. Вы можете нарезать, как вам удобно. Но мне кажется, если картофель нарезан очень крупно, будет дольше готовиться. Отправляю картошку в чашу мультиварки. Сейчас зальем водой и включим на приготовление. Воды наливаю не слишком много, так чтобы картофель был слегка покрытый водой. Мы не очень любим тушеную картошку там, где много жидкости. Слегка перемешаю и включаем мультиварку.
Обычно в мультиварке я не выбираю режим тушения, хотя у меня здесь такой есть. На этом режиме пища готовится очень-очень медленно. Я выставляю температуру 130 градусов и время приготовления я поставила 30 минут. За это время картошка быстро закипит и протушится до готовности. Картошечку я еще немножечко посолю. Добавлю лавровый листик и закрываю крышку мультиварки. Пускай готовится. Спустя 5 минут наша картошечка закипела. Думаю, еще минут 20-25, ну максимум 30, и все будет готово. Закрываем крышкой и пускай готовится. Ну все, 30 минут прошло, мультиварка отключилась и картошка полностью готова. Все протушилось. Сейчас присыпем зеленушкой и можно звать семью обедать. А пока готовилась картошечка, можно сделать какой-то салатик. Если вы еще не подписались на мой канал, жду вас с нетерпением. Присоединяйтесь. У меня на канале много всяких интересных блюд. Первых, вторых, закусок, выпечки, десертов, тортов. Я уверена, каждый найдет что-нибудь для себя интересное. И не забудьте нажимать на колокольчик возле кнопки подписки, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на моем канале. Всем отличного настроения и приятного аппетита!